мотор. Сегодня, 20 октября, я отмечаю юбилей. Прошло 3 года с той даты, когда меня не отчислили. Я каждый год отмечаю этот праздник, и сегодня я решила поделиться с вами своей радостью. Думала, даже может замуж выйти 20 октября или ребенка родить, чтобы точно запечатлеть знаменательность этого дня. Для тех, кто уже подумал, что я тупая, сразу обозначу. Я не тупая. Я всегда думала, что на комиссию можно попасть только если ты а. либо очень тупой, б. очень безответственный. Проблема в том, что ни к первой, ни ко второй категории я себя даже близко не относила. Предмет, по которому у меня была пересдача, а потом и комиссия, назывался «История отечественного государства и права». Когда начался первый курс, я понимала, что мне нужно относиться максимально ответственно к процессу обучения, чтобы никаких проблем у меня не возникало. Я готовилась к каждому семинару, ходила на все лекции, абсолютно все, что нам задавали, я делала. В ролике про советы первокурсникам, сейчас вылезет подсказочка, я рассказывала о том, что нельзя запугивать себя заранее и нельзя верить каким-то студенческим сплетням, потому что это мешает твоему психологическому настрою перед экзаменами. И сегодня будет как раз иллюстрация того примера, почему так делать нельзя. Мне казалось, что НГУ — это что-то вроде Стэнфорда, что учиться здесь будет нереально сложно, а когда сюда еще подсыпают всякие сплетни о том, что преподаватель, который у тебя ведет этот предмет, он вообще ночами жрет младенцев, и он вообще зверь, естественно, ты немножко начинаешь паниковать. Я помню, как мы сидели в столовой перед семинарами всей группой и штудировали вообще всю литературу, учебники, все, что можно. Ощущения, которые я вспоминаю на этих семинарах, они самые, наверное, неприятные за всю мою студенческую жизнь, потому что ты сидишь 1,5 часа в каком-то стрессе, в каком-то напряжении. И вот близится моя первая сессия, и удивлением для меня было то, что практически по всем предметам, по которым можно было получить автомат, я их получила. Все экзамены я сдала с первого раза на 5-ки. Я сама от себя была в шоке, типа, вау, а что, так получается, что ли? Ничего себе. То есть ты просто учишься, просто готовишься к экзаменам, и все у тебя будет окей. Но не тут-то было. Последний экзамен у нас был по ИОГПЭ как раз, и по нему я получила пересдачу. Но я понимала, что пересдачу я получила по своей вине, не потому что я плохо подготовилась, нет, я подготовилась очень даже хорошо, а потому что я психологически себя настроила на то, что это будет страшно, я не смогу, меня задавят, меня сожрут, господи, а скорее бы это все уже закончилось. Абсолютно неверным тактическим решением было то, что я почему-то решила, что если я приму позицию какой-то вот такой бедной овечки, сяду вот с такими вот глазками, буду смотреть на преподавателя и вот так вот жалостливо что-то говорить, то она меня обязательно пожалеет и что-нибудь допоставит. Но это была дебильная тактика, которая привела в итоге к пересдаче. Самый запоминающийся, наверное, момент, потихонечку начну вам объяснять, что из себя представлял этот преподаватель, когда я сажусь отвечать, я, естественно, волнуюсь, это моя первая сессия, преподаватель смотрит на меня и говорит: «Что-то я проголодалась». Достает шоколадку из сумки и начинает ее жрать при мне. Словами я говорю: «Да-да-да, конечно-конечно». А в голове думаю: «Ты что, больная? Что вообще происходит? Жрать при мне шоколад на экзамене, когда я волнуюсь?» И я воспринимаю все на свой счет, что сожрать она хочет не шоколадку, а меня. Это было вообще ужасно. Этот предмет я потом пересдала на 4-ку. Второй семестр был уже по советскому периоду. Вообще, с историей я дружу не очень, честно говоря. У меня вообще, в принципе, от природы хорошая память. Мне мама, допустим, рассказывала, как я, будучи годовалым ребенком, наизусть выучила стихотворение Пушкина «Лукоморье дуб зеленый», когда мне было год, в возрасте, когда многие дети еще не разговаривали. Можете спросить у моей мамы, я ей охотно верю. И вот уже подходит экзамен во втором семестре, он был летом, и главная проблема нашей группы была в том, что мы поставили его в такую дату,
что на подготовку к этому предмету у нас было всего 3 дня. 3 дня. К слову, учить нужно было примерно дофига. Это 100 страниц мелким шрифтом. Вообще статистика по пересдаче у этого преподавателя была просто высоченная. 50% группы на пересдаче — это некий минимум. В моей группе было 50% пересдачи во время первой сессии и где-то 70% пересдачи во время второй сессии. И это с учетом того, что наша группа была довольно-таки сильной. И вот каждый год у этого преподавателя эта статистика остается на этом стабильном уровне. В начале семестра на стендах вывешиваются списки с количеством пересдач у каждого преподавателя. Но я не знаю, сколько у него обычно групп, мне кажется, где-то 4. И вы представляете, примерно 90 человек каждый семестр отправляется на пересдачу у этого преподавателя. 90 человек! То есть, допустим, где-то около 150 у нее студентов, и из них 90 не может каждый семестр сдать этот предмет. У меня лично возникают вопросы. А проблема в студентах ли? Почему именно у этого преподавателя каждый год такой показатель? Она не может научить своих студентов? Или ей почему-то всегда достаются вот такие тупые студенты, которые, ну, не могут с первого раза никак сдать этот предмет? Это было небольшое лирическое отступление. Теперь переходим к экзамену во втором семестре. Естественно, с самого утра я дико волнуюсь, у меня пульс зашкаливает. Что происходит на самом экзамене? Опять то же самое. Я просто не смогла совладать со своими эмоциями. И это была главная моя ошибка. И как вы думаете, что происходит в день пересдачи? Здравствуйте, госпожа Паника, проходите, давненько не виделись, я по вам скучала. Нет. На тот момент я еще не умела использовать панику себе во благо, а панику можно использовать себе во благо, и дальше расскажу как. Я сажусь отвечать перед преподавателем, опять вижу эти голодные глаза, мне страшно, у меня все мысли в голове перемешались, преподаватель задает мне вопросы, я знаю ответ, но почему-то не могу из себя его нормально выдавить. Был даже такой момент, когда преподаватель задает мне вопрос, который мне задавали на экзамене летом. То есть тот же самый вопрос мне задали. И я знаю, что сейчас отвечу неправильно, отвечаю неправильно. Я не знаю, зачем я это сделала, прекрасно понимая, что не надо так отвечать, но я это сделала. Потом преподаватель начинает задавать мне уже какие-то довольно странные вопросы, которых потом я ни в одном источнике не нашла. Допустим, как вам такой вопрос? Почему во время февральской революции чиновникам выплачивали зарплату заранее? Я немножко прифигела и в этот момент начала уже думать, что меня походу валят. Потому что, во-первых, мне это кажется абсолютно нелогичным, кто во время революции будет чиновникам платить зарплату заранее. Это что вообще за бред? Забегая вперед, я скажу, что ни в лекции, ни в учебниках, ни в каких-то статьях, ни в интернете, абсолютно нигде я не нашла даже намека на эту информацию. И я не знаю, во-первых, придумал ли этот факт преподаватель сам, или действительно такое было. Во-вторых, если было, откуда я должна была получить эту информацию? Знаете, мне еще кажется, что нужно сразу оговорить такой момент. Я не из тех студентов, которые в случае неудачи начинают винить преподавателя, типа, о, да он вообще отстой, он валит, он там не любит черных, не любит не русских. Нет, я так не делаю, никогда. И даже когда меня отправили на комиссию, у меня в голове не было даже ни намека на то, чтобы начать обвинять в чем-то преподавателя. Я винила себя. Ляна сама виновата, какого черта ты начала паниковать и нести какую-то чушь. Когда я вышла из аудитории, я начала просто реветь. Я никогда так не делаю. Я не позволяю себе показывать свои слезы другим людям. Потому что я не понимала, как это могло произойти со мной. Почему это должно было произойти со мной. И вдвойне было неприятно и обидно, потому что на первый курс я поступала по контракту. Потом я уже перевелась на бюджет, чтобы, опять же, вы не подумали, что я тупая. Но об этом я расскажу как-нибудь в следующий раз. И поэтому перед родителями мне было максимально неловко, что ли, максимально неприятно, что они платят за это обучение, а меня просто выгнут. Потом в моей жизни наступает этап, который полностью изменил меня как человека,
изменил мое сознание, мое даже мировоззрение во многих вещах, изменил мое отношение к событиям в жизни. Я, честно говоря, понятия вообще не имею, как я сдала вторую сессию, потому что как раз в начале этой сессии у меня умер близкий человек, мне было вообще уже плевать на все оценки, на эти экзамены, сессии. Но родители мне сказали, иди сдавай все экзамены, чтобы потом проблем с учебой не было. И на фоне этих событий мне, конечно же, хотелось бы меньше всего на свете какие-то неприятности и неудобства доставлять своей семье. Первые несколько дней после пересдачи были просто ужасные. Я думала, что я глупая, что я неспособная, что меня отчислят, что я ничего не сдам. Короче, это были максимально депрессивные дни. Мне до сих пор неприятно это все вспоминать, но я отношусь к таким вещам в жизни следующим образом. Если что-то случилось, значит, оно должно было случиться. Или же обратная ситуация, если что-то не случилось, значит, этому случаться не нужно было. Есть процессы, которые мы в этой жизни можем как-то контролировать и как-то на них повлиять. А есть те события, на которые мы абсолютно никак повлиять не можем. И просто надо с ними смириться, как бы это печально и горько не было. Вообще, в тот период меня посещало много философских мыслей, и в какой-то момент я села и подумала. Так, окей. Моя проблема была именно в панике. Мне нельзя допустить эту панику уже во время комиссии. Если ты не сдаешь комиссию, тебя уже отчисляют. И я теперь начинаю думать, а как мне свой мозг успокоить? Как мне заставить его нормально работать в стрессовой ситуации? Я задаю себе вопрос, а что будет, если меня отчислят? Какие вообще будут последствия? Во-первых, это потерянный год, во-вторых, это потерянные 400 тысяч. Обидно и то, но не смертельно. Так, окей, а что я могу сделать, если это со мной случится? И мой мозг начинает мне предлагать варианты. Вариант А, Б, В, Г. И вы не представляете, насколько классные были вообще эти планы, в которые я потом сама настолько поверила, что даже если бы меня отчислили, мне не было бы уже так обидно, потому что я знаю, что я буду делать дальше, я знаю, по какому плану мне идти. На этой комиссии жизнь моя не заканчивалась. Это главная мысль, которую мне нужно было понять. И я до нее наконец-то доперла. Потом, кстати, спустя года 2-3, я прочитала книгу Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». И там я увидела вот эту вот тактику мою, что если есть какое-то возможное неблагоприятное событие, а вы продумайте план, а что ты будешь делать в случае, если это неблагоприятное событие наступит. В общем, я сама для себя придумала эту психологическую фишечку, успокоилась и просто начала одни и те же материалы прогонять по несколько раз. Я этот учебник по ИОГП исписала до дыр, навыделяла там уже 100-500 раз. Мне кажется, я его уже наизусть выучила. И вот наступает 20 октября, я спокойная просто как удав. Ни капли волнения я не испытываю. В моей голове мысли только из разряда «скорее бы уже начали», запарилась ждать сколько можно. А меня и перед комиссией успели попугать доблестные старшекурсники, сказав, что «ой, ну там, конечно, отчисляют жестко, ой, ну там выше тройки никто не получает». А для меня оценки на первом курсе были принципиальны только из-за того, что мне нужно было для того, чтобы перевестись на бюджет, учиться на отлично, максимум там 1-2 четверки. Поэтому даже на комиссию я шла с мыслью о том, что я хочу минимум 4. Сильные заявления. И вот мы все заходим, по очереди берем билеты. Я смотрю на свои вопросы и думаю... Так, походу план А, да. Первые несколько минут я просто сидела и пялилась в свой листок. Потом, знаете, бам! И пошел 1, 2, 3, 4. И я начала все вспоминать. Мой мозг как будто, знаете, залез в чертоги моего разума, нашел эту ячейку с информацией и просто начал оттуда все выковырить, потому что он понял, что надеяться нам с тобой не на что, да? И поэтому давай соображай. Потом я уже просто начинаю отвечать, и причем никакого вот такого котеночка там уже не было. Там уже сидел человек, познавший жизнь. Я отвечала абсолютно уверенно, смотря каждому члену комиссии по очереди в глаза, а мне важно поддерживать зрительный контакт.
Потом меня уже просто останавливают и задают последний вопрос, который я, наверное, на всю жизнь запомнил. Девушка, вы так хорошо отвечаете? Как вы вообще на комиссию к нам попали? Знаете, я была готова к какому угодно вопросу, только не к такому. Я-то все знаю, я ко всему готовилась, просто преподаватель вызывал у меня животный страх и панику, с которым я просто не смогла совладать. Тогда мне сказали, ну это не к нам, это к психиатру, до свидания. Все выходят, члены комиссии совещаются, все заходят, объявляют оценки. Какой-нибудь Петров 3, Иванов 3, Сидоров 2, Джанкулаева 4, и я такая, что? В смысле? Это что, возможно? Мне тут лапшу какую-то вешали, что выше троек никогда ничего не ставит. И в тот день я была очень счастлива. Не столько даже оценки, не столько даже тому, что все в итоге закончилось хорошо. Столько тому, что я поняла свою ошибку, и я поняла, как нельзя себя вести. Я поняла, как управлять своей паникой и заставить эту панику работать на тебя. Далее я скажу лишь, что ни с одним преподавателем, ни по какому предмету у меня больше никаких проблем, слава богу, не было. И я для себя извлекла несколько очень важных уроков, о которых я стараюсь помнить всегда. Урок номер один, что всегда нужно исправлять свои ошибки. Это я к ситуации с тем же вопросом, который мне попался на пересдаче. И я его не проработала. Второе, я пообещала себе, что больше ни одному преподавателю я в этих глазах не позволю увидеть страх. Какое-то время я анализировала всю эту ситуацию. У меня было такое правило, что ли, что преподавателя нужно всегда уважать, каким бы он ни был. Он же старший, да, у меня еще тогда были какие-то кавказские бзики. И даже после комиссии, когда я пережила все эти события, я не винила в этом того преподавателя, из-за которого все это случилось. Напротив, я даже написала письмо благодарности, чтобы потом передать, когда я лично встречу этого преподавателя в университете. Сейчас же я осознаю, что это был просто стокгольмский синдром, который, слава богу, меня быстро отпустил. Я ходила с этим письмом где-то месяц, наверное, но в этот месяц я ее так ни разу в университете и не встретила. Потом я уже начала оценивать поведение преподавателя, и я поняла, что мне его благодарить не за что. Потому что все, что он сделал, это кинул меня в такую ситуацию, когда мне пришлось себя спасать. Вот я, честно, не думаю, что он это сделал с той целью, чтобы каким-то великим жизненным мудростям меня научить. И этому преподавателю, в принципе, было плевать, кто и как знает этот предмет. Этому преподавателю было просто в кайф ощущать вот эту вот власть, видеть вот эти вот глазенки, которые там дрожат от страха. Вот вы представляете, чего надо достигнуть в любых других областях жизни, чтобы ежегодно порядка 150 человек дрожали вот так вот перед тобой, они воспринимали тебя как нечто властное, нечто страшное, нечто, что может кардинально повлиять на мою судьбу. Это прям надо очень постараться, это надо прям запариваться, это надо чего-то вообще в этой жизни достигнуть. Ну нафиг! Легче просто стать преподом, да, и самоутверждаться на студентов. Я вам сейчас даже зачитаю то письмо, оно у меня сохранилось в электронном виде. Зацените это все письмо, а я вам прочитаю вот последний абзац, то есть итог. А вам имя отчество. Я хочу сказать просто спасибо. С вами было нелегко, но вы многому меня научили. Я знаю, что такие люди в моей судьбе неспроста. И как бы оно ни сложилось, значит, так надо было. Крепкого вам здоровья и семейного счастья. Знаете, вот я думала над тем вопросом, а раскрывать ли личность этого преподавателя. То есть, почему он свою деятельность может осуществлять публично, не стесняясь, а я должна, значит, эту личность почему-то скрывать. Но я подумала и решила, что в знак уважения к родственникам этого преподавателя я все-таки не буду говорить, о ком именно идет речь. Забавная ситуация, кстати, получается, когда мы в университете пересекаемся. Я обожаю пересекаться с этим преподавателем. Вот просто хоть каждый день бы с ней пересекалась. Я просто прохожу мимо и смотрю ей прямо в глаза. Могу даже шаг специально замедлить, чтобы растянуть этот момент. Типа, смотри, я все еще тут учусь.
Надеюсь, меня не отчислят после этого видео. Сейчас я уже на полном серьезе думаю, что у этого преподавателя какие-то психические отклонения. Вот я подписала, конечно, громко препод с маниакальными наклонностями. Конечно, вряд ли, но что-то близкое к этому я наблюдаю. Потому что это ненормально, когда человек ловит кайф с того, что он другим делает плохо. А вести себя со студентами откровенно как-то по-маньячески и прикрывать это строгостью преподавания, это вообще очень низко. Надеюсь, вам было интересно послушать эту мою историю. Я пока что на своем канале ищу свой формат. Я просто снимаю все, что мне интересно, все, что я нахожу любопытным. Мой контент пока какой-то абсолютно разношерстный, но это все я, это все про меня, это блог, а не какой-то канал в телеке. Если у вас есть какие-то предложения, замечания, пишите мне там в комментарии, в контакт, на почту, куда вообще хотите, пишите. Я постараюсь все это учитывать, поскольку просто разговаривать с камерой тоже не вариант, да, это все кто-то должен смотреть. И на этой ноте я, пожалуй, завершу сегодняшний видеоролик.